Давай, соображай. С эти тоже хочет играть. Так, мы сейчас хотим опробовать развивашку одну. Она, слушайте, и для кошек, и для собак. Смотрите, с одной стороны, это игрушка для кошечек. Для собак мы еще не пробовали, просто мне кажется, они сейчас все оближут. Поэтому я хочу дать попробовать Марте, начать с игрушки. Давай, значит, по инструкции написано, что ты должен перед ним покрутить этим шариком. Марте. Марте, процедуры. Да. Игрушка настоящая находка, написано. Крутите барабан. Леонид Якубович. Борода. Ой, сработало. Ну что это за история такая? Интересно, как боги отреагируют? Пофиг такой, в смысле, я тоже хочу посмотреть. Не понимаю, почему мячик не может достать, да, солнышко? Тафонька, ты тоже хочешь посмотреть, что там? Сейчас мы вам дадим, не переживай, да, будете тоже играть. Так, ну что, Марти у нас поиграл. Время для псов. Какие-то сосисочки у нас. Так. Интересно, кто первый догадается, тот сладкий пирожочек. Так, мальчики, давайте. Головоломка для вас двоих. Мой котик Тафонька съел и Соня смотрит в эту дурку и не понимает. В общем, у нас тут маленькая стычка случилась, и я что-то забыла, что как бы надо по одному давать. Ну, как мне кажется, это достаточно просто для сладкого пирожочка. О, смотри, он крутит барабан. Тафя, ты лапы, Сэдди, ты лапы, попробуй. Марти. Пришел такой, не понимать, почему его игрушку играет. Давай, соображай. Ты носиком крутил. Носом крути, но не настолько носом. Тафонька, сейчас ты тоже поиграешь. А тут уже это, нарычали друг на друга. Как надо? Ты что, тут еще есть игрушки сейчас? Что, ты опять все съел, что ли? А, да ты все съел уже? Ой, извините. Так, теперь предоставляем Марте. Давай играть. Опа. Сэдди тоже хочет играть в эту игрушку. Ну все, еды нету, можно выпускать нашу булочку. Булочка. Заменить. Сейчас заменим. Так, ребята, теперь нужно, чтобы Тафонька поиграла. Вы согласны? Пирожочек. Ну что, смена караула? Да. Ой, а Сэдька неплохо играет в кошачью сторону. Кот расстроился. Так, Сэдди, давай, тебе я убираю, пойдем. Вот это вот. Куда? Давай. Ты идешь сюда. Давай. Опа! Давай. Так, голосуйте. У кого быстрее получается достать корм Тафи или Сэдди?
они, знаете, еще слышат, там шарики с той стороны крутятся, им кажется, что то ли корм упал. И они еще больше проявляют интерес. Но это мне так кажется. Плюс, тут видите, рисунок косточки, это дырочки. То есть собака, получается, нюхает и чувствует, что там какой-то запах. Так, и там точно еще что-то есть. Крути давай. Ну, честно, мне кажется, что... О, молодец! Что они примерно за одно время все это... Ты мне передал? Ну что, ну что? Ну, ребята, ну, если честно, то Сенечка, я могу сказать, что быстрее каким-то образом все это слопал. А вот Афи, да, что-то как-то медленно. Я еще вижу, что там еще одна осталась. Тафонька. Надо носиком, носиком. Крути. Сенечка, ждать. Да там уже, да. Сеня, если ты придешь, у вас снова будет стычка. Блин, реально, как я так тупанула, даже вообще просто в голове вот не сложилось, что как бы вдвоем им нельзя в такие игры играть. Молодец! Сэдди готов включаться в борьбу, когда и да? Да, в этот раз даже, по-моему, Сэдди первый. Я говорю, все? Сэдди первый включается в борьбу, когда и да. А, я тебе помогла. Ну, короче, Тафочка, ты официально проиграла, если честно. Вот Сэдичка как-то побыстрее все это сделал. Но так как у тебя это... Ты у нас еще пират. Мы можем сказать, что победила дружба. Ну все, давай проверим. Нет, там еще есть. Ну, Тафи. Ну, Тафи. Ну, ты как-то очень долго. Товарищ Сэдди. Ну что? Ну, нельзя пока. Нельзя. Сейчас гулять пойдем, то... Мне кажется, я знаю, что хочет Марти. Всем играть. Марти, крутите барабан. И вы в это играли? Ну не мы, Марти играл. А с другой стороны собачья игрушка. Сюда кладутся эти лакомства. Да, собаки вот подрались. Да, подрались. Я что-то даже не сообразила, что их как бы нельзя вместе. Они так давно не ругались. Сколько вам было? Смотри, игры такие интересные, развлекательные такие. Мне он сейчас будет играть. Два с плюсом играть? Надо ему показать, что здесь есть вот она так крутится. Крутите барабан. Леонид Якубович. Аркадьевич. Кстати, ты записываешь на фоне Яндекс музыки, тебе потом зарубят всю эту историю. Смотри, как он играет. Стесняется.